1979 по 1989 в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие около 3000 уроженцев нашего региона. 116 человек погибли в боях. В день 31-й годовщины вывода войск у мемориала воинам-интернационалистам вспомнили подвиг каждого. Сегодня, пользуясь случаем, не только от себя и от всех депутатов Тамбовской областной думы, но и от нашего губернатора Александра Валерьевича Никитина, мне хотелось бы еще раз выразить слова соболезнования родственникам, матерям погибших наших ребят. Хотелось бы пожелать живущим и здравствующим ветеранам Афганистана крепкого здоровья, силы и исполнения всех ваших желаний. Отдельные слова благодарности адресовали городскому обществу ветеранов Афганистана. Это благодаря их неравнодушию в областном центре установлен мемориал воинам-интернационалистам. В память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, к его подножию по традиции возложили цветы. Друзья.